Не успеваю, блин, с этим дисконом. Задизморалил вошедшего, вот он и вижу. Наверное. Блин, а потом мне магика нужно будет искать. Вот. Войд плащ разролишь. Некстурка, у тебя есть 8 абсолютной пыли на шамане? Не в 10, что? Это кто спрашивает? Волман спрашивает. Кто-то слопывался, дайте это доказать. А, где я ты? Я на присте. Их тут 6. Ну, фирворд. Это я. Короче, ладно, я, наверное, на груля маика не попадаю, потому что если я закрываю сейчас груля, я маик потом хер где закрою. Я тебе в инсте дам. А я не факт, что я это воскресенье буду в 15:00. Отлично, блять, подмажу. Ну все, первое место в рекаунте освободилось. Давайте, ребят, дерзайте. А тебя что, на ХМ не будет? Я не... Нет, я подойду к ХМке, может там чуть опоздаю. Мне просто сейчас надо это брата пиздюка забрать из этой с тренировки. Брата пиздюка. Вести. Да, но чё, ему 11 лет, он чё, не пиздюк? Пидорас, играет в пабг, дебил, по ночам и не спит, а потом в школу просыпает. О, мой одногодка. Ты тоже пиздюк? А, кстати, Войд, я сейчас тебе прикол. Через 20 минут дискон. Мы не успеем, походу. Успеем. Короля, может, успеем и все. Вот, смотри, какая у меня рада. Мага, блядь. Стопудово. Много. Вы в инсте уже? А, педик, что ли? Да, я вчера зачем-то раз поменяла. Я не знаю, что-то захотелось вспомнить прошлое и сделать еле. Сделать расу педика? Почему нет? Педрасы — наша жизнь. Толерантность, все дела, да? Да. Вот, смотрите, у вас раньше не было ни одного анхолика, а теперь у вас их два.
какого-либо. Это у нас, пиздец, рай. 15 человек играющих, остальные твинки, нахуй, и оффлайн. Блин, у меня сломалась сова. Я все модификации отключил, у меня теперь панель новая. Хороший танк. Спасибо. Я лучше. Так иди танчи, хули ты стоишь? Я это анхоликом дамажу. Мне паладина. Паладином танчи. Зачем? Тут, блядь, и так танк для хера. Затем, блядь, чтобы Вара не убил. Кого что держит будет? Ладно, я двух правых возьму. Элитный ебал был. Раз-раз, меня слышно? Да, слышно, слышно. Ну, слышно. Я, блядь, отключил активацию голосом, нахуй. Волман босса, Алиса двух левых, ДК двух правых, гуляйте. Череп бьем. Еще раз там нажмешь, я тебя материть буду. Кто там нажмет? Не буду говорить. Человек знает. Помню, как Алиса сама к себе, блядь, сексизм проявила. Я ржал, блядь. Пишу, короче, в пати. Типа, она танк. И она мне пишет. И она пишет, типа, в смысле она, блядь? Не она, а он. Танк — это он, блядь. Ну, куда я танчу, я... По сути, то себя не отношу ни к какому либо полу. Я себя так хуй не вместишь, короче. Полу как только в реальной же. Со справкой с психбольницы. Какого хрена, блядь? Вот тут и как меня отходят постоянно. Можно гимноман сыграть, хилов, маны мало. ДК... Ну, ладно, я открыл. ДК стоит. Три паладина, если один протобал. Кайф.
осталось только два. Ушел, потому что кто-то каски нахуй. Да, это Редли, который Сальвин не может на себя кинуть. И умирает просто так. Шреддер? Не, Шреддер не. Шреддер, кстати, кидает, как ни странно, по себе Сальвин. Да не, я рофнул. У нас с Реддером такие теплые отношения. Теплые как что? Как? Сам главное, чтобы это тепло не запахло, да? Ладно, не оценили ж. Все время потом можно. Вихрь 5 секунд, милики, готовьте. Он, блядь, сдохнет сейчас, вообще бить некому будет. Антифир можно там каким. Ну ладно. Вихрь 5 секунд. Должны добить. Добивайте. Успеем, короче, это самое, трэш чистим до босса и отходим. Разроль плачься, ну попозже, позже, позже. Потом после ребут добьем груля и магика. Thank you.
последний демоба добиваем. И обходим минут на 8. Можете чай там себе налить, потом подходим и заходим в игру. Поет. Че? Могу зайти на пристав, если нужно. Да, ну зайдешь после ребута, сейчас тут грули магик. Груля как раз. Да не, я в рейде, я же на поводине. А, ну как хочешь. Ну там больше дам ДПС, чем 5к. Да, нормально. Все, отходим чай наливать. Сейчас будет ребут. Слышно было, да? Это самое. Да. Так, мне зашел. Сейчас там. Так, Дракслор тут. Давай шкаф. Утя, ты тут? Передай РЛ, она будет фрозен, 4-я пати ДК. Заходите, там кто классная, Волман, Казуал, Оля, еще кто-то там. Что, паладина кикнуть? Что? Паладина кикнуть? Да, можешь кикнуть, он не все равно связан же. Заходите. Оля, Казуан, заходите. Не, захожу. Дайте каску, пожалуйста. Это кто? Шаман с Дракли, Шакли, вот спасибо. И лапу друид бафнуть. Так, одену какие-то шмотки на бедра. Вместе вообще. Нет. Манту уже. Шаман тут иди себе. Давайте чек на пул. Алиса, Казуал.
как звал, ты тут? Ладно, пойду Мишкой потанчу. Так, даю отчет. Нет, салюте не давал, я на пан держи. И там молитву так не слышу. Давайте, милики, постойте там. Нормально. Их мало. Ну, мой твинк, наверное, да нет, вроде не лагает. Как мастерства, но и меткости тоже пиздец. Что-то убирать надо. Кольца, походу. В смысле, у тебя 54 мастерства? 59. Ты столько нашел, блядь. Ну так смотри, там... Вот шапка. Мне 19. У друидов они как? Они пробакланили эту херню. Но это и хорошо. Шапка вот эта Т4 и штаны Т10. Еще светить вообще пиздец. У меня нет больше салю. Папан. Клятва гер, по сути, надо. Отвечаю за танчу. Тут камни только переткнуть надо. Как, блядь, баба камни. Это он у меня без премиума, блядь. У меня процент стоит. 81 тысяча. Не. Это у меня вар, блядь, 81 тысяча. С фул премиум, блядь. Там все камни, 54. Ну, у тебя там 3-3 рейтинга, а тут один. Чё за рейтинг? Ну, уклонение, блокирование, парирование. Тут только уклонение, у тебя там еще блокирование и парирование. Ну, у Мишек там стама больше, да, сколько? Тысячи. Не помню, какой-то множитель. Поэтому на кудак 18 стамов челил.
интересно, не сдох. Медленно бьем. Уже урон увеличен на 135%. Сейчас 16 стаков будет. Будет весело. Сейчас бить перестал. Че, бегашка. Да забей ты, хрен. Пусть медики лучше в спину бьют нормально. Ну там декан гоняет, казал. Через 15 секунд. Через 15 секунд садим. Хильки на фулл хп мишку. Хорошенько. Сейчас, когда будет сало, прожмись, если. Не, следует на следующий, сейчас помню. Скажите, когда. В принципе, уже. Ладно. Что во второе, кто до вас сыграл? Нажал крик на КП, короче. 107 тысяч КП. Бля, дубовый не могу дать. Прожми. Нет. Дал дубовую. 16 стаков нормально он лупит. Первый раз такое видел. Ну, у нас 4 человека не хватает. Еще один можно, можно считать, что 5. У вас надо кому-то. Так Войт с двоих, Алиса с двоих. Это 6. Так, Оля и Нюночек. Так, вот этот меч. Блин. Так, сейчас еще. О, синий друг еще с нами. Синий друг, поставь нам портал. Позвал. Полетели на магика. Ну вот там. Не знаю, как там, короче, ну, скорее всего, не в два окна надо на губах нельзя стоять. А, в Долоран бота поставил. Да, дурачок, блядь. Хули, летим в шатрат. Дарянул портал. Да, по-моему, ролил лок забрал.
дареному порталу портал не смотрят. Ну да, наверное, так. Раз залагал что-то в Дискорд. Магика. Может, у кого-то есть желающие там, может, в гильдиях где-то на магика пойти. Нихуя ник уроги, гнилой базар. Нару нас не забыли. Даже видно, серьезный парень. Философ. Угу. Походу с рюмкой постоянно. Сейчас на магике разрулим что-то. Тебе плащ еще, по-моему, надо, ты ролил. У меня лежит плащ на дух и скорости. Войт, сапоги посмотри, а. Да нет сапогов, блядь. Да не пизди. А пояса кому-то да давал? Сапоги, хуй знает, что тут. Нет никаких сапогов вообще. Там на друиды сапоги. Арбалет, блять. Кожаный пояс есть с духом. Вот такой. Не вижу там я сапогов никаких. Ты воятель тоже вчера не видел? Да. А, ну тогда все понятно. Ну сейчас прилетай в инстам, отдам. Че есть там кто желающий в гильдии, может? Плащ мне лишний раз роли. Этот? Да. Как, ну я в инсте уже за ДКшника. Идите в инстум хуем нахуй. Вот, видите, уже летите нормально. Какой сум, если тут блитлок долетает? Летели, вон два окна уже долетают. Ну и самая хуйня, конечно. Кубы это, скорее всего, все хилы будут, блять. Вальдеза, ты как на кубах, нормально? Воля на кубах нормально? Давай, я... Я понял. Так, ну и скорее всего... Так. Пятое тело на куб. Кто там из вас... Или Алиса, давай, или Волман, или Алиса, кто из вас будет? Разница, ставь меня, я пойду. Не, ДДшеры, нам... домажьте. Ты, Катина, сука. Я ДК хочу домажить. Ну и домажь. Надо домажить. Так, вон у нас Луна. Смоним панов всех, чтобы хотя бы автоатака делать. Казуал, ты чё, офнулся или чё? Ой, дай плач. Я походу ему Т4 отдал, он офнулся. Блядь, ну кинь обмен, блядь, на ДК мне. Я кинул. И вы думаете, самодовольный жалкая маги будет удерживать меня вечно? Так, пусть.
Ну получается тогда, блядь, я хуй знаю, как так сделать-то, блядь. Вот говно, сука, я как чувствовал, нахуй, не отдавать ему Т4. Он Диси там вообще нет. Вот все видели, блядь, кусок говна, блядь, просто. Сука, и офнулся, как тварь. Пизда, блядь, очередной раз убеждаюсь, с пугами надо, нахуй, все до последнего держать, блядь. Забрал штаны и съебался. Ёбаный ты в рот, блядь. Пошли бить трэш из-за этого. За... Так, Оленька, за тобой ДК привяжусь. Мишкой потанчу. Одну пачку приведу там. Ёбки, блядь, койлов накидали, блядь. Чего еще отсюда пачку приводили? Я тогда понятно. Ну вон тут пачка. Так, напомните, переходка на 30, там стан просто появится. И сейчас знаете, что решим? Не ДКшникам танчить босса или кто-то потанчит босса, например, ДК отвязался. Просто что, дамажить тоже надо. Сейчас ДКшникам танк. Я еще рыбу у ворот поставил. А, там еще одна есть. Мажоры. И одной, то две. Так. Значит, смотрите, на кубах. Вот метки ваши. Я мишкой стою на кубе. ДКшников танчу босса. Вот. Кубов будет много, и напомните, переходка на 20 или на 30. Потому что когда переходка, там дает стан всему рейду, мы можем проебаться с кубами.
Это надо в ДБМ смотреть, или в этой книге. Блять, не понял ничего. Алиса тут? Да, я, блядь, во втором книге посмотришь. Её отчёт. Я дам войско за ДК. Не забывайте мне напоминать, что я на кубе мишкой. А вдруг забудь. Так, пока его тут поставлю. Турбо. Утя, не пробейте кубы, короче, кто на кубах там. Чё такое? А это как долго нух работает на пытку? Он на первый тик или ты не знаешь? В смысле на первый тик? Ну когда я кастую. Понял. Ну если потоп. Давай каст. Да, каждое заклинание, любое, без разницы, моментальное, потоковое, блин, обычное кастующееся. Если потоковое, на каждый тик, если кастующееся, то сколько ударов оно наносит, если один, то один. Если это как дота, то только при использовании ее. Что значит только при использовании? То есть первый тик? Какой-то нажал, бля, один стак долгоногу получил. Во время тика не дота, у тебя долгоног не набирается таки. От этого, вернее, набирается таки. То есть ты 10 когда секунд набрал... кубы пошли по кубам. Когда набрал, вот, кинул мишка кубы, на кубе. Все тики будут увеличены. Кубы подошли. Прожали. Ну ладно, шарп. Нажимай сам тогда. Кто там? Да шарпин на луну встал. Ты один раз нажмешь или что, или всегда будешь нажимать? Вот ты мне скажи. Чтоб я просто так не бегал, или ты просто так не бегал. Ладно, буду бегать все равно. Не вдись, все время. Да ладно. Хорош. А. После откидывания будут кубы. Смотрим. Мишка вылетел, слышишь? Я нажму! На звезде, Мишка. Пана, походу, 4 руки, нахуй. А нет, не вылетел. Хорош. Поздно! Хорош. Подлагнуло просто, если не вылетел. Я знаю!
Сука, ты каменьку бы сейчас бы нажимать, блин. Надо у пугов акции устраивать. Куб нажимаешь, идешь и двумя персонажами на магию. Слушай, это вообще очень заманчивое предложение. Пауги вообще офигели. Боссы-то простые. Босс вообще-то мега сложно. Подошли к кубам. Скоро будут кубы. Да что ты нажал-то? Волман, блять. Волман не нажал. Я у Шарп спрашивал. Он второй раз куб нажал мой. Бля. Я не пошел. Побежали. Акция отменяется. Я тебя не понял. Я нажал твой куб первый раз. Второй раз я нажал куб Вайда. Третий раз я нажал снова куб. Как бы ты второй нажал. Второй раз. Ладно. Чё проблема? Шарпи, стой возле босса с всеми персами. Ну, к звезде побежишь, если там у меня мишка вылетит. Ну, это самое. Я не успею. Блять, ну второй перс пускай стоит там в центре где-то. Да, вайп. Чё ты говоришь? Перекурбывай. Пришла паладину в рейд, чтобы давать кулак своему ТК. Все правильно. Кристам еще МП5 можно. Забегаем в комнату сразу. Мишку моего никто не забыл. Я, блядь, не помню, кто мне напомнит, на скольки переходка обвал, на 20 или на 30? Потому что там стан дает, мне как-то дало стан и рейд вайпнулся. Чек на пол. По сути, готов? Он написал, что иду жрать на свиплю. Ладно, если чё. Гимн на ХП прочитаем.
точно! И я, быть может, дарую вам легкую смерть. Кто у нас из RDB Top DPS? Не знаю. Ты не РДД. Костель, окей. Вообще, само топовое РДД — это Враная Гаргулья, создание Винар, ясно. По кубам побежали? По кубам, по кубам. Так, теперь готовились, прожали. Кто-то там из плагинов еще Алиса там закинь желательно. Пошли к кубам, после откидывания прожимаем. Пошли к кубам, встали у кубов, прожали. Нет, только не снова. Пан. Чего? По КД сальвую, короче. Ты это, поменяйся, Вара, на кубы поставь, а ДК на... Ты нормально вообще, нет? Да ты агру много набираешь. Я тебе покажу много агру, бля. Сейчас вот стан по всему рейду будет. Mm-hmm.
кубам пошли. Забыл, ебать. Кубам, кубам, кубам. Скоро будет. Давайте, скоро будут кубы. Стоим у кубов, ждем. Пожали. Нет, только не снова. Еще разок, скорее всего, будет. Пошли к кубам на всякий случай. После откидывания может быть куб. Стоим у кубов. Стойте у кубов, там лям еще пить. Смотрим. Прожали. Дракона. Продам дракон. Надо кому-то. Вас. Дракон. Так, кто там? Костя, да? Паладин, рога, шаман. Не покидайте, кто с гильдии. Плюс соедините обратно, если вам надо ИП. А то придется кому-то другому начислять. Так а что с ИП-то там? Типа, если два раза сходил. Ладно, я понял, не слышно, наверное, было. А, вот. Как типа набрать вон там 20 что-то там с лишним тысяч, если ты один раз только в Викли ходишь в персонаж? Да, кстати, вот там одна загвоздочка, у кого один персонаж же не сможет столько набрать в неделю. Ты все там все смогут. Ну, то есть это как происходит? Туда нет учета вот этой 800 ИП. Объясни, пожалуйста. Слишком сложный вопрос, не могу сообразить. Так, пояс, это самое грудь. А чё с Т4 с груди? А, я не дал, да, никому? Я ж шаману дал, собственно. Нет. Косуки, у тебя же грудак. Шаман выиграл. Блять. Так, спина. Это самое, слышишь? Друид, ты в Дисе? Портанись, Далран. Да.
Нажимаю обмен. Портанись Долран, там декаст. Блять, убрали уже. Сейчас его портал поставят. Там ДК стоит. Где протанешься, там ДК будет стоять. Ты косуки не ролил эту хуйню. А кто ролил? Я единственный, кто ролил. Ну косуки сотку кинул. Как твой ник? Так, друид, ты где? Ну вот, косуки спрашивают, надо, забирайте, значит. Я не знаю, кто говорит, он не говорит свой ник. Не шейкл ник, шаман. Ты говоришь единственное, а там шаман косуки ролил, сотку кинул. Ты про грудь? Он не в гильдии, да, этот шейкл? Ну да. А, вот он и не видит чат в гильдии, конечно. А, ну тогда сотку. Не, ну гильдии-то он не видит, но ролл-то сотку он кинул косуки и забрал. Я бы это его отдал. Если хочешь, напиши косуки. А, лучше в гильдию вступай. Может, тоже туда клан.